Отлично, Дашка. Ага. Уважаемые болельщики, поставим футбольного клуба «Металлург-Ростов» произведена замена. Вместо Максима Кристиненко, номер 89, в игру вступил Андрей Чекунов, номер 19. Второй мяч в ворота вышел, кто это ловко забил Андрей Чекунов, номер 19. Oh!
Уважаемые болельщики, футбольный клуб «Металлург Ростов» поздравляет вас с наступающим днем физкультурника и желает вам новых побед и всевозможных рекордов. Здорово, Саня. Нет, я чихнул случайно. Короче, я в Асколе. Это я на Селигере был. Там он как бы 10 дней подряд. О, клево. Клево, да. Да. Не, я 7-го только приехал. Точнее, приехал 6-го, но 7-го только очухался. О, не-не-не. Там 5-го последний учебный день был. Вот, что у вас тут было интересного в Губкине происходит? Ну, вот так. Ну, сегодня был день строителей, был концерт. Не знаю, ну, сегодня был концерт, и я на него не успел, опоздал. Да его перенесли просто. Думали на 3 часа сделать, да, перенесли на 2. В итоге я пришел чуть-чуть опоздывая на 3, и в итоге опоздал совсем на 2. Вот. А футбол в 8 часов закончится, и пойду я шляться по Осколу. Не, просто шляться. Все, пока за мной не приедут. Парнишка должен подъехать, но он подъедет позже. Не, он подъедет за мной в 9, может, но просто. Да, часто будет гулять. Ну ты что делаешь еще? Ну а там вообще на работе, может, что прикольно есть. Там жизнь без малышего, как вообще скучно. Ну, этот новенький, чё? Да.
тоже приняли. В смысле, поставили на эту должность? Главная энергетика? Слушай, ну вы там вдвоем затусите. А почему его? Он же вообще не из САТУ вообще как. Блин, интересно, так не тебя поднять, а именно его еще. Главный энергетик. Обалдеть. Ну, я закрыл, конечно, соображает, но все остальное. А когда у тебя отпуск? Прикольно. Ты будешь отдыхать? Ну да, ты будешь отдыхать, да. Не, ну с другой стороны, с Лёхой тебе, наверное, проще будет. Ну ты такой чувак нормальный будет. Ну, правда, у тебя карьерный рост затормозился, считай, очень надолго теперь. Если он тебе не нужен, в принципе, может. Там, ну, с малышем ты мог рассчитывать, что работаешь там лет 10 на должности зама, и потом ты станешь энергетиком. А тут ты даже можешь уже как бы и не рассчитывать. И это косяк. Не, ну, может, на другую какую-то должность, может, прыгнешь, или Лёху куда-нибудь дернуть. Ну, может, у Лёхи связи какие-то оказались. Потому что наглый, да? А, ну понятно. Еще нужно наказание тебе поставить Лёху, которого ты сам, которым командовал раньше. Обалдеть. Уважаемые болельщики, футбольный клуб «Миновой Кашков» поздравляет вас и с наступающим Днем Строителя. Желает вам всего наилучшего. Он же все-таки футболщик, вся фигня. Одна рука снимает, вторая с телефоном разговаривает. И все удобно, все комфортно. Ну, еще сейчас не без аудио. Если с комментариями потом не брал. Не, там если с комментариями, там постоянно разговаривают. В принципе, реально, когда-нибудь. Но только это когда-нибудь, видишь, оно мне сам знаешь, когда. Хрен знает когда. Надо просто день конкретный выбрать и уже идти. А ты на хате у меня не было новой? Трёшка тоже. А, я тебе уже рассказывал, да? На журавлик трёха. Да, и, кстати, мне кажется, еще, ну, друзья есть еще молодой школы 7, представляешь, недавно у них тусили, там, ну, в Селигере были с ними. Вот, теперь тоже там рядом, молодой школы 7, молодой школы 9, еще все так близко. Они просто стираться теперь будут, постоянно приезжают. Ну, у нас две стиральные машинки, мы как бы, они говорят, ну, будем стираться приходить, а мы, короче, к ним будем ходить пожрать. Ну, выгодно же. Ну, да. Вот. Такая тема. Ну, в прошлый раз мы ходили, там нормально, так тортик там всех не было. Вот. Ну, вообще, Сашка, на Селигере очень круто, на самом деле. В следующий раз, не знаю, поп... Ну, там нафиг не. У него самолет классный был, первый вообще. Смотрел видео, да? Ой, вообще, Сашка, вживую это нечто. Когда он взлетает, он головой тебе пролетает. Знаешь, с воды взлетает, реактивный двигатель головы выпадает, там сзади такой столб воды выносит. Там такая мощь. И он взлетает вообще. Знаешь, над тобой пролетает реальный корабль. Корабль только стрельбовый. Вообще мощно, что. Там вертолеты до хрена были. Там на вертолеты было всем пофигу. Там уже, знаешь, потом под конец. Это
этого Селигера, и вертолеты летают, долетают, летают, долетают. У них так по барабану что не летают. Поначалу такой, о, вертолет, наверное, Путин прилетел. О, вертолет, о, вертолет. А потом все просто было. Ралли, Саша. Это одним словом ралли. Даже для тебя был бы ралли, на самом деле. Даже тебе понравилось. Там на любой вкус можно было тусовки находить. Можно было даже просто спать. Если хочешь. И кормили офигенно. Два листока мяса, что мы уже съедали. Команда «Медалон» готова замена. Вместо Александра Буракова на этот матч. В игру вступает Сергей Кудрин, номер 8. Ну давай, дальше что? Футбольного клуба «Медалон Ростов» произведена замена. Вместо Константина Советкина, номер 20, в игру вступил Евгений Малахов, номер 6. Come on.
Гостей произведена замена. Вместо Алексея Ковалева номер 9 в игру вступил Иван Стремов номер 6. Выступленная дорога произведена замена. Вместо Дениса Толина номер 7 в игру вступил Олег Конюхов номер 5. Thank you.
составе гостей произведена очередная замена. Вместо Николая Кабаева номер 11 в игру вступил Александр Павлов номер 29. Thank you.
Ворота команды «Металлург Ростов» забил Александр Павлов, номер 29. В составе футбольного клуба «Металлург Ростов» произведена замена. Вместо Дениса Белобаева, номер 21, в игру вступил Богдан Бабинский, номер 66. Замена в команде «Металлург Ростов». Вместо Владислава Пасхундинова, номер 11, в игру вступает Василий Шаталов, номер 10. Thank you.
Внимание спортивных журналистов. По окончании матча в пресс-центре стадиона состоится пресс-конференция тренеров играющих сегодня команд. Уважаемые болельщики, следующий матч на нашем стадионе состоится 22 августа. Медовым катком будет принимать футбольный клуб «Калуга», город Калуга. Thank you.
счет матча оставлял Антон Никифоров, номер 18. До самого времени матча напали на 3 минуты. Давайте играть!